Попов, я профессиональный спортсмен, выступаю по ММА. Отбор я принимал в Тайгер Муайтай в 2014 году. Август, да, был месяц. О подборе у меня очень хорошие воспоминания. Это было жестко, это было, как сказать, отлично. Вот стоит это пройти. Ну, пройдя отбор, что мне это дало, да, я чего добился, я перешел с тайского бокса именно с муай-тая на ММА, да, провел более 12 боев. Ну и как бы дальше идем. К своей мечте стремимся.